моя первая жеребьевка. Мне показалось, все прошло на хорошем уровне. Первые минуты, наверное, волновался, а потом вошел уже в кураж и начал доставать, как бы считается, как я считаю, нужные команды в каждой группе. Что скажешь о жеребьевке Локомотива? Ну, опять же, я не знаю всех вот игроков киберфутбола, но судя по командам, я слышал, что там «Зенит» хорошая команда, остальные как бы проходные, поэтому я считаю, что наш игрок обязан выходить из группы и показывать достойный результат. Ты сам после церемонии сыграл с другим нашим киберфутболистом Ставром и обыграл его. А что тут говорить? Я сейчас смотрю на него, я чувствовал себя уверенно, комфортно, то есть был уверен в своих силах. Когда выходишь на стадион, наверное, да, поволнительней. Безусловно. Ставр – это видеоблогер, очень известный. Аклёнов – это киберспортсмен, который первый сделал 40-0 в России вообще. Не, ну будет борьба, конечно, сильная. Но ты веришь? В Клёнова, да. И в какую команду? Локомотив. Oh!